Диагностика здоровья без потери времени. Благодаря участию в региональной программе «Модернизация первичного звена» в рамках реализации нацпроекта здравоохранения в поликлинику Горячего Ключа поступило современное оборудование. С начала сентября оно появилось в двух кабинетах. Так, офтальмологически оснастили авторефрактометром. Благодаря ему можно в короткие сроки проводить исследования роговицы глаза и определять степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Скорость исследований позволяет существенно сократить время приема, а точность получаемых данных – поставить верный диагноз и дать нужные рекомендации. При этом пройти диагностику пациент может, даже не снимая линзы. Также при поддержке Краевого Минздрава поликлиника Горячего Ключа получила осциллометрический анализатор параметров кровообращения. С этим аппаратом стало возможным более подробно обследовать пациента в плане гипертонии. Оно отлично помогает на ранних стадиях выявления атеросклероза, сердечно-сосудистых осложнений, помогает на ранних этапах определить. Скорость кровотока показывает, силу пульсовой волны, опять же, отсюда может показать сердечную работу, силу сокращения сердца, то есть гипертрофические изменения и так далее. Для того, чтобы пройти обследование, потребуется меньше минуты. После анализа на монитор выводится яркая картинка, которая показывает состояние здоровья обратившегося. Получаемые данные будут нужны для выявления начальных стадий атеросклеротических изменений и гипертонии. В перспективе это поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Обновление оборудования в городской поликлинике в рамках участия в региональной программе будет продолжено.